хорошо это все сказал. Вот автором выставки, ну, режиссером, если кто является, это не было. Он с ним работал. Ну, вот выставка делала на основании нашего работы из Русского музея. Если вас заинтересуют цифры какие-то, точно бухгалтерию вам дадут. Кроме того, фонд, который бы нам помогал, это со сложным названием, я думаю, что... Геннадий. Ну, директор сам представит и расскажет об этом обязательно. Вот, семья. И это наложило какой-то особый был оттенок этой выставки. Она вообще-то такая парадоксальная, потому что нормально классика, вообще пейзажи жил, все эти пейзажи, действительно все справедливо. Но так часто бывает, вот мы делали выставку Серов не портретист, что ему даже самому Серову надоело. Всем великий портретист, он сказал фразу, я не портретист, я художник. И вот мы как бы делали такую выставку, ну что, ну все не сложнее, чем вот эта бирка, которую мы не висим. Ни лучше, ни хуже, ни сложнее. И вот если взять Романтину, даже первый зал, почему тут никакого насилия, нет на хронологии, ни о чем. Это 30-е годы, когда я вам работал, ну, классическую. А это другой интимный. Вот такие вещи, конечно, не хотели по выставке, естественно. Хотя вот эта вещь очень такая значимая, это не наша вещь. Вот. И тут, кстати, бизнес-зал Федотовский свет, что политика. Игроки Федотов вспоминаются. А дальше там будет даже работа связана с Федотом. Это одно из его глубоких, ну, его почвы, которая питала. Твой культурный контекст, он не просто сидел без пейзажа, он вообще рефлексирующий человек, вообще, ну, как часто бывает у пейзажиста. Не случайно его так ценил Исаий Петрович Паустовский. Вот это такая беседа, скажем, с природой, в которой не то, что ее отражаешь и изображаешь, она в тебе. И это вот такое идет какое-то ощущение, что человек там писал за волосы зыбкий ум природы. Природа, которая как-то осмыслит вот саму себя. Вот. И поэтому здесь это будет, конечно, нарушение особо от того, то, что замечательный пейзажист. Но одновременно вот даже первый писал, он сразу заставляет зрителя сказать, а что такое. Ну, тут видны его истоки, эрмитажные истоки. Он например, старых мастеров. Он очень любил музыку, достаточно одна из работ посвящена Прокофьеву. Такой он есть многосложный. Мне кажется, это должно чувствоваться. Когда человек. Как можно сказать, что художник не потому, что пейзажи, что он пишет пейзажи, он пишет пейзажи, потому что он таким родился, что он без этого не может. Но тем не менее, вот эта вот многосложность, она не входит только в рамки жанра каких-то определенностей, а она наполняет сам плоскость холста каким-то особым трепетом, напряжением, в фактуре, в цветовых нюансах, в композиции. Поэтому для меня, например, тоже какое-то открытие, все как бы все знаем, но одно дело, когда ты знаешь, а другое дело, когда ты берешь работу, чувствую, что вот здесь ей будет хорошо, а тут не очень. Когда она как же выразится, ну как цветок, вот здесь будет дерево хорошо вырастить, а тут он крем косым вырастет, то это начинается. Так вот, конечно, его интерьер обратить внимание. Вот даже вот здесь, вот это центральное, там женская фигура, может даже более не заметить в середине. Это его отражение. И тут он начинает какой-то диалог внутреннего внешнего пространства. Это человеческие бесед здесь, и так и нет. Вот у нее вот это стопло, оно как бы становится сходным после холста. Вот тут встречается внутренний внешний, чему мы особенно все стремимся в этот момент. И вот если пройдете по этой выставке, вот они, эти интерьеры, они просто так завораживают. Причем он никогда не отписывается, там же, ну, кто будет смотреть за окном, там так наметил, там земля, горизонт, небо и все дела. Но у него там все сделано. Вот вообще-то, кстати, вот тоже одаренность совершенно редкая. Обычно художники тяготеют, и все-таки, даже опять, не всегда себя отдавая в чем-то к себе насчет, к линии или к пятну, или к свету. Хотя профессиональные художники владеют всем усеровым рисовальщиком, и все-таки. Но Романтин, вот у него, это было действительно вот его проблема. Это значит, это очень хорошо, это огромной сложности. Когда ты видишь отдельную травинку, ну, и хочешь дать ей жизнь, по полной пластической жизни, и холст начинает разваливаться. И тут поэтому такая многосложность. Надо все замешать, это отдельную форму, снова вернуть в стихию живописи. А место встречи тут так само, вот, просто холста. Поэтому у него тогда для людей, обычных, кстати, просто любителей, она выставка даст много такого прекрасного, они видят какие-то волжские пейзажи, северные, почувствуют просто дыхание большого мастерства, это все любой человек почувствует, если он не слишком очерствел, так сказать, душой. А профессиональные люди, которые часто профессиональные, те, кто часто ходит, тут просто много этим занимаются. Чайковский говорил, я профессионал, то он как сапожник, каждый день там точается по ней, вот это профессионал. А так ждать, когда муза придет, она говорит, муза приходит только с тем, кто идет ей навстречу. Так что. Потом очень много этого делал для сближения вот внешнего мира самого человека. Вот поэтому вот в этом смысле она такая, по-моему, оригинальная, в такой задаче. У нас были большие еще выставки, вообще человек пришел, говорит, не
наше открытие, но какие-то грани его таланта мы, по-моему, здесь сумели сделать. Так что это... Сейчас вы то, что скажите, какие-то здесь, то, что считаете нужным сказать на этой выставке. Или вот вопросы задавайте, как хотите. Ну, просто расскажите о том, что у вас случилось уже большой вклад в эту выставку. Мы представляем фонд «Инартибус». Этот фонд в переводе с латыни означает «в искусствах». И он был создан год назад с целью изучения и популяризации классического и современного искусства, а также поддержки культурных проектов. И мы очень рады принять участие в этой выставке, поддержать эту выставку и предоставить работу из частных коллекций Москвы. И фонд у нас молодой, организовались мы год назад, открыли пространство в Москве, в самом центре, в таком музейном квартале между Гумией, Третьяковкой и гаражом. И всем добро пожаловать к нам. Мы делаем 4 выставки в год. Идея создания фонда принадлежит Инне Баженовой, меценату, коллекционеру и издателю газеты The Art Newspaper. С 2012 года она была издателем The Art Newspaper Russia, а сейчас она стала издателем всей газеты The Art Newspaper. И мы по мере силы возможностей проводим культурную деятельность, издаем книги, делаем выставки, 4 выставки в год, и поддерживаем, очень рады сотрудничать с государственными музеями. С Русским музеем нас связывает долгая профессиональная дружба, и надеемся, что эта выставка послужит шагом, укрепляющим нашу дружбу, и мы еще сделаем много всего интересного. Как раз, да, Русский музей принимал участие в открытии нашего фонда и предоставил 3 работы на выставку Вейсберга из коллекции. Мы очень надеемся, что в следующем году Русский музей примет участие в нашей выставке, посвященной Илье Машкову. Вот. И мы рассчитываем, в ноябре у нас будет выставка, посвященная Гаспару Дюге и Сальвадору Россо, которую мы делаем с Государственным Эрмитажем имени Пушкина. В общем, мы такие серьезные музейные люди, которые настроены на сотрудничество с музеями, фондами, коллекционерами. Вот. И думаю, что большое спасибо Елене Козловой, куратору выставки, про Рамадина, про Николая Рамадина нам все расскажет. И хотела тоже представить Нину Степановну Рамадину, внучку Рамадина, тоже без которого эта выставка. Подходите. Может, вопросы будут к вам? Конечно, да. Спасибо. Пожалуйста. Я скажу ту фразу, которую обязательно сказала Евгения Николаевна, потому что она по здоровью просто не может себя принести, она так сейчас поднималась на выставке Лётова, и очень занимает это чувствует, что вот без таких фондов, без таких людей сейчас в нынешней ситуации выставки делать серьезные почти невозможно. Ну, вы же фотограф. Разве можно так вот ходить перед камерой? Я же вам сказал, я пройду. Вы на меня не обратили внимания, что ли? Ну, можно уже обойти. Что человек на выставке давал то, что называли общественно значимым. Пейзаж, красота, работа, как бы упрощенно, но так все правильно. А вот многие вещи, вот эти замечательные, совершенно лично проникновенные, они как бы жили своей такой жизнью. И когда, наверное, ждали, когда кто-то вот теперь они выходят из семейного, благодаря вот родным. И мы здесь можем посмотреть, даже нельзя сказать, что это архив, это семейное такое достояние, те становятся вот, выходят к людям. Это поэтому большое спасибо. Пожалуйста, есть вопросы. А девочка еще расскажет нам поточнее, сколько вам вещей, нужна информация, как выставка произошла. Несколько слов, понял, что сказать. Ну, нужно отметить, что это не первая выставка, какая Рамадина в Русском музее, но с тех пор прошло уже не одно десятилетие. И мы очень рады, что нам так посчастливилось встретить своих единомышленников, которые с радостью откликнулись и поддержали нашу идею о организации этой выставки. Это, конечно же, и семья художника, и частные коллекционеры, для которых вот собирание Рамадина стало делом их жизни по зову, так сказать, происходит. Но в коллекции Русского музея Рамадин представлен широко и разнообразно. На выставке мы демонстрируем 34 работы из коллекции Русского музея.
А из фонда сколько? Из семьи художника 17 произведений и 18, по-моему, и то есть, если сложности, получится все вместе. Пожалуйста, мы, наверное, даже так-то мы так знаем хорошо друг друга, может, просто вопросы какие-то, или посмотрели, просто, пожалуйста, что вам будем рассказывать. О романе настолько мощная фигура, что с таким обаянием, что это да. Все и так ясно. Может быть, у внучки спросим, какой запомнился дедушка вам? Пожалуйста. Нет, да, расскажите, пожалуйста, да. Просто каким, мы понимаем, что он был прекрасным художником, как он был дедушка, как он был человеком. Ну, он был, конечно, такой восторженный человек. Когда слушал музыку, он плакал, он был, ну, в музее. Вообще он был такой, что называется, он его все трогал прекрасно. Он очень много читал, всегда подчеркивал. И вообще, если бы была бы витрина побольше, то, конечно, там все с подчеркиваниями, там такое с подчеркиваниями, с комментариями, там. Достоевский подчеркивает на комментарии, вообще-то все это очень интересно. То есть он, ну как сложно говорить. Да, потом он был прекрасный коллекционер. Он, вы знаете, что это тоже на его искусство, наверное, отправил такой отпечаток. То есть он в квартире рядом с своей работой не вешал. У него был Левитан, Иванов, Венецианов, и вот в этой Барвиковский, понимаете, Перов. И так далее. То есть прямо вся Третьяковка, каждый зал за зал, начиная от Ротари, как бы, и тр-тр-тр-тр-тр туда дальше, кончая уже Павла Кузнецова. То есть это вот та среда, которую он напитывался. Понимаете, он как бы не смотрел на современное, по-моему, искусство, потому что современные там, как бы вот Герасим, как бы как-то он не очень много смотрел. Вот только Павел Кузнецов, может быть, чуть-чуть. Да, да. Кстати, он дружил с Пининым, я думаю, что может, они хорошо дружили с Пименовым, так и с художником, с Чернышовым, а потом тут видно. У меня, кстати, были фотографии с Пименовым, но такие все мелкие. Вот Катя меня пропает, или простите, Леночка меня простит, но, конечно, когда я выбирала семейный архив, то мы уже не привыкли, эти фотографии все мелкие. Ну, как-то они совершенно не выставочные, да там какая-то мелочь. Ну, такое сейчас. Да, да. А это ваша как квартира, да? Это его мастерская. Мастерская. Да, и его работа. Да, разумеется. Это нет, он не да. То есть я хочу сказать, да. То есть одно дело, это атмосфера, которая собиралась, ну, как бы, для квартиры, а мастерской, конечно, его работа. Ну, как этюды, вы же знаете, что большие полотна писались, ну, как бы, на основе своих поездок, таких совершенно экстремальных ситуациях, там, вообще, ему приходилось, можно сказать, отбиваться от волка. И вот так вот он в лесу, просто своим этим мастихином, ну, видно, с такой энергией. Как-то так, что волк почему-то отступил назад и ушел. Ну и так далее. То есть у него очень было много таких просто страшных историй. Но если даже на волков действует, то его искусство, представляете, все там. Да. Хотя люди бывают пожестче. И это было в такие годы. Ведь это сейчас можно на машине поехать и все привезти. А он ехал на поезде, и просто там не поезд притормаживает из-за того, что поворот. Он сначала скидывал вещи, а потом спрыгивал сам. Если он в окно увидел, что вот здесь, он даже не знал, как, так сказать, какой там райцентр или там что. Понимаете, это все было, ну, на каких-то там, на износ физических сил на самом деле. И тут в одном письме, я даже почему его и положила, он пишет жене, потому что вот так, а то в конце, сколько, он говорит, я работаю очень много, пишет, я работаю очень много. А посмотришь, все мало, сколько же надо работать, чтобы было действительно много. Эта фраза вот тут. А как бы она нигде не публиковалась, но ничего себе, это такое как бы из души вырвалось. Да. Я, конечно, очень признательна. Вообще такая выставка получилась, такая какая-то камерная. И вот из такого вот официального пейзажиста, как ну, да. Принято думать, вдруг такая нота, вот эта вот первый зал, он ее задает, вы правильно сказали. Она такая какая-то очень лирическая, очень авторская. Такое, как поэзия, такое личное я. Спасибо, да. И еще, а есть у вас любимая работа дедушки? Я не могу так сказать. Нет, да. А портрет он... Ну, я, кстати, очень да. Люблю Сон Андерсена, там же «Тень рая» такое. Мы так и заканчиваем, поэтому... Да, вот она, наверное, самая главная. Как бы она такая...
Да, вы обратите внимание, в последнем зале, как соединяется там какие-то мифологические образы. Вот простой пейзаж, как бы, это есть раньше, то, что вы сейчас уже послушали, в его работах, если захотите, вот отзвуки, не какие-то прямые, а отзвуки вот его любови, его и к Венецианам, и к Федотову, их найдете. Но только они не так, что как вот это совершенно, какая-то палитра, какая-то оттенка, вот неожиданно, если так, а, где-то аж кажется что-то такое, это очень сложный слой, я очень талантливый человек был сейчас. Ой, вы знаете что, ну в юности он любил Чапаева, он дружил с Бабочкиным. А, вообще он очень любил актеров, он же вообще весь МХАТ у нас бывал дома. То есть вообще все прям... Да, насчет кино не могу вам сказать. Я помню, что мне мама рассказывала, что очень ему понравилось Мерлин Монро, он ведь сказал, что да. Первый какой-то фильм там. Он к женщинам позитивно относился. Да. Это уж точно. Ну, а бабушка какая красавица была. Это видно. Ой, сколько я фотографий откинула. Ну, вот вы даже можете по каталогу посмотреть. Какая красивая. От юности и до вот самых последних кадров. Конечно, Нина Герасимова – это образец удивительной красоты. Ее Лентулов был влюблён. А уж это тоже фигура. Да. А портреты членов семьи он писал? За мою. Да, за вашу спину. А, просто я еще не успел все посмотреть, да. А ваш портрет есть на вас? Фотографии, по-моему, ну вот еще советский фильм, который в Финляндии оставался. Он называется «Портрет мучений», да, есть. Скажите, пожалуйста, поездка в Египет, это была туристическая поездка? Вот этого я не могу сказать. Это было, по-моему, еще одна поездка была, когда я бы родилась. Нет, сейчас академия не ездили. Тогда не было, да, туристических. Нет, тогда не было. Нет, я только через академию. Академия, отдельные поездки. Тогда творческие поездки. Ну, это 51 год не было. Ой, что вы, он заворачивал в носки, какие-то чемоданы прятывал, когда же не было этих просмотров, настоящие пороковые рассказы. Это у тебя тоже 50-й год. У него в коллекции, извините, там 20 какого-то века нашей эры маски в надгробном есть. То есть вот он привозил, минуя всякую таможню, тогда еще не было таможен. Это какой-то 54-й, что-то такое, это даже... То есть это период дружбы со Суанской плотиной, да? Во всяком случае, это когда вот эти, ну, конечно, очень крайне, извините, бедные египтяне, они там где-то такое видят, что человек интересуется, они ему что-то там... Но тогда еще проделать не делал, понимаете, то, что на море. И он привез, я говорю, я хочу у нас, чтобы это в чемодан был не рожден. Папаша есть. Там что-то и небес. Как раз там разбегались уже. Какие-то сосуды. И тоже... Видели, то, что просто и смертные видеть не могли бы, они долины царей. Сейчас уже все. А как же? Петербург, Бондиан выезжал, вот в Америку, там некоторые постоянно проверили, такой пропагандировали, как бы наши идеалы. Самый первый, а потом уже такой. Пожалуйста, коллеги. Если хотите, мы там просто по залам походите. Там, может, там что-то пройдет. Да, мы уже здесь, вот, может, там не доработали. Спасибо, что все сейчас. Все было, 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 все было